27 апреля. У нас опять зима началась. Снег валит вовсю. Зима. Хотя весна. Погодка. Эки трубочки. Грибы? Да, смотри, какие смешные. Да. Смотри. И там тоже? На котском навозе. Это лук такой уже большой, да? Это, как они называются? Это вешенки? Не вешенки? Не знаю. Это не вешенки, это какие-то. Кто знает, напишите. Что за трубочки? Серединка пустая. Бык? Так ты не шевели. Грибами. Не грибами, но свеки. Начнем то. Трубочки. Навозники кинем. Ну давай распаковывай. Откуда посылка-то? С Москвы. С Подмосковья. С питомника. Это что тут, довесок? Угу. А, надо, чтобы не болтались. Угу. Вот, видишь? О, вот цветы. Написано, скидка 17%. Ну вот, а ты тут. Сумма заказа 4,045. Сумма заказа с учетом скидки 3,357. Напрасно тут наводишь людей. Ну ладно, разберемся дома. Так, тут у меня кто? Сломано. Да, сломано. Ну, все равно обрезать надо будет. Слива, красный шар. Не знаю, красный шар, походу, уже крепнулся. Все пучки. Тю-тю. Все почки тю-тю на нем. Так, тут пион Бардзелла. Сейчас откроем письмо. Бардзелла как у нас? Это желтый пион. Бардзелла.
живой. Почки живые. Так, здесь ежевика. А я ежевику не выписывала. Лилия Марлен выписывала. Так. Слива золотой, золотая крупная выписывала. Вот живая почка вроде есть. Все живые. Да. Слива. Так, тоже живые. Черешни приусадебная желтая. Не это. Так, тоже, это у меня тоже живая. Крыжовник финик. Омская ночка, это вишня. Тоже есть зелененький. А, это как его это? Гибрид. Угу. Вишня со сливой, по-моему. Угу. Так, это апата тоже гибрид. Вишня со сливой. Живая. К этому у нас какая-то, не знаю, туда же. А, самоцвет. Да, тут уже есть. Так, и это. Вишня ожерелье. Ну, вроде все. Угу. Только что? Эту? Я эту. Ежевику не выписывала. Угу. Это может у меня было денег. Я неправильно посчитала, так, наверное, из-за этого. Выписали не мне ее. Такая брусеница. Все утонуло. Мост в воде, не перейти. Все плавает. Да даже, наверное, и не проехать, я так думаю. Так бортик, да. Смотри, сколько там, сантиметров 40 был, да. По краям. Все в воде. Да. Это еще только начало. Да-да, такие пришли. Дачи могут потонуть 100%. А может, обойдется. А может и обойдется. Как ледоход подопрет, затопит, не подопрет. Проскочим. Вот туда уходит река. Еще лед стоит на реке. Вся река еще во льду.
Она долго стоит. Если висячий мост упадем, здесь пройдет. Смотри, можно туда сходить. Вон висячий мост лежит на льду. Пройти можно по нему. Нормально. 28-й? По льду прямо можно пройти, как лежит и все. 28-й сегодня? Понедельник сегодня. 28 апреля. Вторник. Видишь, он здесь топит, люди сказали, что надоело. Ну да. А может строиться будут. Не знаешь. Дорога уже в воде. Все. Ну вот, ждем развития ледохода. У нас опять зима вернулась. Машина уже вся занесена. Эх, весна. Вот такая вот у нас весна. Почти леса не видно. Хозяйка домой поехала. К крыльцу текет, главное, а в бочку ничего сюда. Забилась. Все? Домой? Пошла. Чао. Посмотри. Ручкой помаши. Ну давай, счастливо.